А я с бутылкой на атак пауэр. Давай я босса подержу. Угу. Там же легко. Название на цели, по цели, короче, ставишь дебаф, да, и все будет отображаться. Enable icon, не забудь поставить еще как точно. Ты вармся? Я скажу, ты вар бьет как паладин, не бьет даже так столько. По типа тычки по 70к. Отличные новости, народ. Я починю трубы. Я подачи не даю. Там бежать знаешь, как надо, когда ты максимальный стак набиваешь, вообще максимально. И убиваешь 5 стаков, потом опять собираешь и убиваешь вот так, и максимально. Котик, бурсты скоро? Так это и есть там его. Конечно. Делаешь баф, дебаф, и любая хуета может освечиваться. Чё, можно говорить, котик не дамажит, да? Да я поэт. Потрясающе. Да. Ты свою тактику мне в трёху расскажи, как там. Ну как там, а у нас, блядь, его водить. Вкратце. Там можно возле стола же, да, держать до первой перефазы, похуй. Зачем все это? Зачем? Блин, почему урон в секунду у меня настолько сильно отличается от общего урона, интересно? Не, ну там вон, линкует по скайде, урон в секунду, ну, ОВС,
там 19, а так 20. Не, я так в любом случае на общий урон смотрю, как говорится. Был бы тут Лёха, он сказал бы самый правильный у него. Ротик. Сладкий ротик, да? Бля, ты бы людям объяснил, что делать. А чё там к зелёному не подводить? Да, наверное. Да, был просто. А тут. А я тут. Ты нажимаешь. От зеленого отлетайте в центр. Не надо разлетаться по всей комнате. Отличные новости, народ. Я усовершенствовал штамп. Зачем мне ролить то, что он ролл мне? Зачем? Ну, подожди, бурсты дойдут.
первый или он? Да, или он? На вкус как вишенка. Ой, извините. Бля, пацаны, я столько коу пропустил, я извиняюсь. Тупо по телефону пиздел, тупо засыкал. Могу я дать. Что будет другое дашь, да и все. Как на медведя. Можете БР. Мне кажется, он не в дискорде просто. Там Костик, наверное, да? А вот это колба вообще заходит на ДК, не? ДК нет. Не. На Курика тоже не заходит. Она все. Больше как Павловская считается. Она даже не больше, она, блядь, там Фури даже можешь не думать с ДК. Это хуйня хуйней просто. Меня воля и кукасты, как бы, я хуй. Забрал. Честно сказать, хилы хорошие, фартануло. Все ебашат. А синху папка надо. Да, он бежит уже, бегает почти. Классик на кровь. Салам алейкум. Мы так, на кровь скажи, идем? Кому надо, ребята, пишут. Сержант, ты что ли, блядь? Хантишки или Локи? Ты херней свои сагрите? На танка ничего не падало, шмот? Сапоги, запах. Падают, штаны, по-моему, падали с ребра. Штаны не нужны. Чем запустили инста это, я понял. Батя, не поднимайтесь туда, не надо подниматься, не запускайте. Дайте пока лечу контроль. На лестницу никто не поднимается. Да там можно в центр. Не надо ничего делать. Просто рейд-то в принципе хороший, раз профа с первого раза выбили. Почему они сделали типа один квест? Две сложности. Это как? Чтоб не обузил. У меня типа нет квеста этого. Он вообще ну, не в хэмке делали, наверное. Я знаю. Все, погнали. Куда, блядь, куда, старик? Не надо старичок, иди обратно. Да, да там хватит. А может у тебя тоже шоколадные глазки. Я там спросил, сколько времени на шмот с первого босса. С первого похуй, с третьего.
Давай контроль, поехали. Ну... Я в сапе не могу. А... Ой, сова. Ну, тактика, бля. Поставь из этого. Я массакр дал. Поебну сейчас просто. Где у мамы сова, ну? А ты вообще проверь на Дискорд. Нахуй мы тут. Нажми сейчас просто все, кто в Дискорде, нажмите. Проверь, да, я хочу. Раску, БР быстрей. Минус танки. Я в сапе. Ага, два раза сдох. Там типа пул неудачный был. Он был. Я бы вайпер. Друля Офнус почему-то релоги. Они не встают. Так, поставил селедку, кто упал, по-быстрому ешь. Возле NPC стоит. А много... Шаму тоже резал, нихуя не стоит. Если профа убили, то может и Синдру убьем. А там были на профе? А чего? Снизу кучнее встаньте, он же сейчас тело. Будет тактик бегать. Кучнее встаньте к лестнице.
Бля, деревянный, я ж тебе говорил, стань поближе, вот нахуй тактик сейчас будет прыгать туда-сюда. Сейчас бежать. А зачем он грипает? Да, я не так. Скажи, сколько там Саурфа разрывается временем? Там ориентируюсь, сила огни или наручи. А времени еще дохуя, успеешь. У нас такое если было, что волю затыкали разролить, это, блядь, жесть была. Минус 2 хилана. И хилам БР дайте. Я шторы. Дай. И бафы, бафы дайте по... Я то раз знал. Ровная сфера сделала меня неуязвимым и
Сферы так рано, странно стоят, Фиолет. Я не бью, мне бить нечем. У меня щит убьет, если я буду этот пятый скилл. Не переживай, я за своим агро слежу. После выхода Т5 приходится. Ой, там одни катушка. Осколок упал. Осколок. Че, сколько уже осколок? Сколько уже, кстати? 11 это. Неплохо. Да. Говорят, если РДДшникам подойти поближе к мобам, блять, тактик не прыгает так далеко. Совсем в него подойти, он не будет прыгать, понимаешь? Когда все рядом стоят, он будет по кому-то прыгать, но он рядом. Я просто в кучу к нему прибежали. Главное бабку контролить, чтобы она не приходила сюда вообще. Я в контроле. Но тебе нет агра.
я злопамятный, сука. А это, баф, дайте ПДК. Фуба. По рекаунту смотри. И еду поставьте. Рыбу поставил. Вряд ли он спашу туда на мак. Кусайте Энджа, Роуз Вича, Кирсгорна, ШПшку. В первую Войда очередь. Бендера можно. Войда, да. Припера. Кто? А, я думал, блять, на шее. Не пугай меня. Да похуй, на коп там сидит. Да. Да. Понял. Да я вообще бить не буду. Да, да нету мага. Тут не вязались коты. Это было неразумное решение. Войд побежал. Хант, кусай этого Кирса, либо Энджи, сразу подойди к ним. Сейчас говно будет, аккуратней. Рано. Шторы. Укус не прослаб, и скоро отдача будет. Пять секунд говно будет, понимаете? Алиса. Бежали. Страх 10 секунд и говно через 5. Сейчас ставим. Мужа залью ману. Убить и обоссать.
Он кто-то зеркало поймал, отойдите. Я Спартанус кушал. Ну, БРы есть, поднимайте, ёбаный в рот, шторы, поднимай, ханта. Кто там еще следующий? Ману залить, да? ПЦ. Да, собака есть. Бежали. Кир, говно. Вижу. Идите чуть-чуть справа. Всю ренжу, и каждый прожался сам, у кого что есть, дубовая кожа, хуёжа там, бля. Дробовик, далеко не отходи. А говно на мне аккурат укус выносил еще. По идее, Геру. Да ебать. По идее, Гера должна. Ну вот учат право убить ее. Да ёбаный рот. Беса 18-15. Че, я диван даю или нет? Говно на войде. Сейчас все кончится. Отсос. Какая жалость. Начинаем представление. 9 минут. В принципе, успеваем. Вот как. У тебя не получилось. Слышишь, сова лестница, отойди. Сова, бегай назад. Вы фреймы включите, там, не знаю. Там же видно, там по хилботу или по еще чему. Чем проще FPV включить и все. Да тут самая фишка. Тут самая фишка в том, что если вы, блядь, не профессионалы, если вы не долбите это целка так, что ваши слезы идут, блядь, ну идите за 5 секунд, встаньте к телу, которое не розовое, и сделайте нормально все, если вы не умеете. Нахуй вы в последнюю секунду, чтобы потом вот именно вас будут пидорасить, потому что хуйней страдаете. Нет, тут вся проблема в том, что голоса нету у него. Там хуйня, я думаю, понял. Если у него есть голос, и он выносил, он мог сказать, что он выносит, чтобы к нему подбежал кто-нибудь хотя бы.
сразу сказал, если вы, блин, в натуре не задрачиваете этого босса, ну смотрите, тик идет за 10 секунд, встаньте как ишак уже и стойте рядом, ебаный урод, укусили, убежали, больше пользы будет, чем... Давай приезжать. Я про аналогичку, когда укус у вас там, 5 секунд до укуса, я вам про аналогичку. Все готовы, на счет 3, там раз, два. Это было неразумное. Аж слезы идут, горит. Он говорит, задрачиваешь так, что слезы выходят. А че у меня в этой ебаной РС сок уже заебало? Ну? Говно на лопе, лопес. Ой, сука, красавчик, блядь. Я отдал один. Говно, Алис. Я тебе скажу. Да. Второй 6 группы. Секунд, да, укусите. Я не ходил в ЦУК лет, блять, 5. Укус у тебя. Сбежались. Сейчас говно через 5 секунд будет. ДЦ. Связка сбежалась. Страх 10 секунд. Сразу на рейнджу убегайте и дефы прибегайте. И говно сразу будет. Говно на хэпале. Пять секунд до укуса. Нету, нету. Народ, блять, воет. Дефы прожали и укусы не появились. Все, пошел Дим. Массакр дал. Сейчас опустится. И сразу связка будет, 5 секунд. Шпешку укушу на следующем. Связка, готовьтесь. Побежали. Говно побежал. Шипы. Да-да-да, я. Мы еще его не пустили, блядь. Ладно уже, все. У него козырная отмазка есть. В чем проблема, я не понимаю. Да все, бейте, тихо. Потом. Сейчас связка будет готовить. Да я знаю. Говно на локе. 3 секунды до укуса, монород из гор. И остальные воют и новый ДК, который, блядь. Я для вас долбоебов на анонсе. Вязка сейчас будет. Геру зарядали. Нормально. Он вообще анонсит, чтоб тебя укусил. Говно, Алиса. Страх, одна секунда. Ренджу и дефис. Начинаем представление. Все, молодцы. Старый, хочешь кусь? Связка будет 3 секунды. Укус 5 секунд у вас осталось. Выберите на... Да не зря, основной ДПСер укушены давно. Одна минута, верса. Дамажу. Сейчас говно будет на ДЦ. Приятного.
Бавик, да? Кто это на дробовике смотрит? Да Никита. Да может его таргет укусили, блядь, ёбаный. Может же быть это. Теперь это самое. Там Москва попал. О, не поменял. Да как же, блядь? Два моих токена сейчас кто-то сролит, нахуй. Их нет, по-моему, 4 штуки. Их 4, мне 2 надо. Блядь, и квест не засчитан у меня, чё за хуйня? Самый прикол мне тоже надо. Да а мне кажется, ни у кого квест не засчитан. Не успели. Погнали. А его пофиксили, походу, да? Ну, типа, если ты начал... Да, его можно было в последнюю минуту запулить, и он засчитывал стерни. Нет так. Блять, слышь, ну Синдра это тяжело будет, а Лич это невозможно. Менять надо будет. Да, я... пока самые козырные пуги. Я все нормально играл, чувак. Но я не ходил в ЦЛК лет 7, нахуй, вот серьезно. На лан. Просто мне ничего не толком, я вот не знал. Как это сработало. Да, чё квест не выполнился, что-то я не ходил. Я сейчас упустил, нормально. Да, лужу я затупил. Упустил я все нормально. На Личе я все знаю, нахуй, когда выбегать, когда что, блядь, делать. Слышь, Уайт, я знаешь, кого вспоминаю? Тот Рэд Лок, который нас два раза лайкнул на Личе. Пук. Помнишь? Лок вайпнул? Да, он два раза осквернение. Два раза в центре, нахуй, под народ. Для Лока это странно. Так я сам был удивлен, не поверишь. Причем, когда еще анонсят на ком лужа. Он еще умудряется с Кернелли в центре разлить. Два раза. Заели. Хороший лок, видимо. Ну это пук был. Там старый вагон. Там единственные 4 пуга до Лича дожили, остальных поменяли. И то в оконцовке на Личе троих тоже поменяли, и всего один с ними закрыл. А тому на самом деле тупо повезло, что на него не кидал. Ну да, на него повезло, если бы скринее на него кинулся, его бы тоже нахуй с пляжа. Не, ну это не факт. Ну не факт, но мне кажется так. А создать Лич просто как будто тестил пугов, прям на них кидал. А, ну да, кстати. Вы, конечно, смеетесь, но тут реально долбоебов дохуя. Да блять, я уже тебе давным-давно сказал. Я уже понял, как только начал помогать собирать рейды, я уже это сразу понял. Не, я вообще буквально эти слова воспринял. Когда мне просто чувак, знаешь, какую инфу пишет? Просто хант он мне написал. Хант. Типа, блядь, и чё? Да не, это еще нормально. Мне как-то челик писал, дай пати. Не, есть кто тактики забыл, кто не знает, кто не смотрел, ну блять, ну есть же рот, есть же еще что-то, объясните, я хуй знает. Тем более, вот попиздеть любят в последнее время, объяснил бы. Последнее время? Ну, я имею в виду, аккуратно. Зачем тупо идти молчать, я вот этого понять не могу. Никогда он не еще с вами как с детьми мается, я бы давно нахуй его скипнул, хуя мать он. Просто якобы говорят, когда в тишине, типа, концентрация лучше, на меня. Знаешь, когда концентрация лучше? Когда Делорус на крики кричит крик. Мне когда в АКП дают, да, вот тебе концентрация. Крик!
Там не слышишь, какой-то тип доказывал, что 23к я на паладине накручиваю на орке. ДПС у меня бьет. Да блять, успокойся, он просто не знает, что такое ты 5 еще. Ты он мне знаешь, как доводил, а ты не просто. Ты бы сам бы поверил, что я накручиваю, если бы он записал. То есть ты сам ему поверил потом, да? Да, я прикалываюсь. Такой просто наебанул ему, я 23 даю. Пацан развел такой, да ну нахуй, я еще в натуре 23. А за какую он гильду вообще говорит, не понял. Ханта ты. Да нас проиллюжено. Ханта, блядь, а? Ханта, Ханта. Хантишка. Вот тот даун, который тролль, сука. Который долбоёб. Я сразу понял, что это клоун, блядь. Потому что тролль. Но тут? Да ты в ГИ напиши, похуй, да. А, в Пугарейде 2 сидит, сейчас погоди. Он раскололся, да? Ещё в другой канал. А кто у нас там есть-то вообще? Нихуя у нас там онлайн, любого заляпка. Да вон! Лёху бери, пуги долго не выживут. Нахуй. А только да. Определяться с ним не гони, давай хоть на расслабоне поиграем. Что-то танки долбоёбы, это ещё. Ну да, Лёха ещё ласки дарасит, это ещё. Гена сказал, Валю убьём, на Синдрулича он зайдёт, если надо. Что я наделал? И там чуваки хотят шмот пролить. Кстати, ну, что там по шмоту? Сколько времени на наручах? Ты пока за наручи интересуешься. А кто так и хочет запястье забрать? Вар. И хуй берешь, Вар. Что, я справа, да? Может, давай я полетаю? Это намного быстрее будет. Для хулипала можешь доспех поставить.